Какая вкусняшка. Дорогие друзья, хочу показать вам, какой еще я продукт, тихо, нашла для кормления животных. Значит, выпускается вот такой фарш. Это специально для кормления животных в виде колбаски внушительных размеров. По запаху он напоминает, наверное, смесь говядины и каких-то субпродуктов. То есть ярко ощущается печень. Ну вот, как вы видите, капитону очень нравится. Всем остальным я вмешиваю в каши. То есть я собак кормлю натуралкой, и варю им мешанки и вмешиваю туда вот этот фарш. По цене тоже недорогой продукт. Где-то он стоит так же, как и обрезь. Есть у меня ролик на эту тему. Ну, где-то в районе двух с чем-то, около трех, может быть, белорусских рублей. То есть, ну, в переводе на российские получается где-то 50-60 рублей за килограмм. Вот, пожалуйста, как вкусненько, да. Ну, вот, лучшая реклама, пожалуйста, производителю. Так что, вот, тоже можно покупать и кормить животных. Ну вот два слова по составу. Это зачистки от мяса и пищевых субпродуктов. Вот и все. Вот такая вкусняшка для животинки, для нашей. Капитону нравится. Ножик-то уберем мы. Ножик уберем. Ай, как вкусно.